Так, наконец-то, меня запустило в штурмич, ребятки. Это, скорее всего, будет видео, ну, наверное, не крайнее в сезоне. Но, скорее всего, ребят, выйдет уже... О, там файт, слышишь? Оно выйдет, наверное, когда у нас будет перекур. Когда закроют метро, но хера знает, когда его закроют. Когда откроют, по идее, должны открыть в пятницу. И у меня уже, ребят, запланированы кастомки на стриме в пятницу. Поэтому ищите стрим. Залетайте на стрим, он уже запланирован. Можете по возможности прожать лайк. Кстати, прожмите лайк этому видосу 100% вот прямо сейчас. И подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Пжи, идем к миллиону, друзья. Это не так тяжело сделать. Как закрыть вот эту шестерочку, скорее всего. Да, потому что здесь МКшка. Хотя, возможно, коляк с МКшкой. Но мы его подождем. Так, а если быть точным, ребят, я даже не знаю, сколько подписчиков. По-моему, на момент съемки, когда я только садился записывать видео, на канале было 762, по-моему, или 63 тысячи подписчиков. Так что давайте сделаем 765 тысяч подписчиков. С этого видоса будет имбулечка. Что делать? Будем его ждать до Талова или пойдем запушить, пацаны? Просто я не хочу слить прям вот так в начале катки, потому что я запускался в этот штурм очень-очень долго. Больше 12 минут, так точно. Сколько запускался штурм? Ты, если играл в последние дни, напиши, пожалуйста, об этом в комментах. А, челик сейчас сюда выйдет, пацаны. Ой-ой-ой, бронированный танчик появится через 2 минутки. Найс! Это по-нашему. Это сюда. Я не понял, он что, меня спалил? Да не, ну а как бы он меня... Или спалил через текстуру? Ё-моё! А ну, не мог он меня спалить. Капец. Блин, я даже не знаю, что делать. Я просто сейчас не понимаю, спалил он меня или нет. Если да, то это дичь. Ну просто в том, что я уверен, что он не должен меня спалить, это 100%. А вот по вопросам к игре, мы знаем, да, что бывают случаи, когда ты просвечиваешься. Либо же через текстуру выходит оружие, там плащ. То в этом я не уверен. В себе я уверен на 100%, в игре я не уверен. Сейчас молик, да, сюда залетит или хаешка? Надо валить отсюда, пацаны, наверное, сменить позицию. Ой-ой-ой, с кулачком-то, это киберспорт. Не, все, пацаны, я ухожу отсюда, просто куда-то убегаю. Он пошел оружейку лутать, что ли? Зачем ему? Странный какой-то максимально тип. Давайте попытаемся его вот здесь поймать. Мне кажется, он будет бежать в сторону гор, туда, к Бату, да? Блин, максимально какой-то странный мувмент от этого чела. Я не понимаю, он что, просто ходит, лутается здесь около босса и... Никуда не бежит? Мне показалось, что он... О! Теперь ботинки по нему файтят. Погнали, запушим его. Максимально пофиг, сольюсь, но я, правда, много времени уже потерял в начале. Юмпич — это такое оружие, и если развалим, это будет имба. Кейс лутает, так... не двигается, он реально просто лутался, но это, не хочу никого обидеть, но вот так он с кулачком, да, залетал. Это киберспорт реально, пацаны. Давайте посмотрим, что он тут мог налутать. А сейчас две коробки откроются, скорее всего. Да, да, блин. О-о-о-о-о! Не шестерка, пятерочка, но шлем шестой был. И вот такие кейсы он лутал. Я заберу наушники на таланты и заберу все у него, пацаны. Но слушай, очень и очень много времени я на него потратил, но катка обещает быть мега крутой, потому что у нас уже есть медоед, бронька пятая и шлемочочек шестой, плюс еще рюкзак четвертый. Это топ из топов, удачи в топе. Ребят, у Сталика босса был еще пулемет, я забрал. А этот босс жив ли? Не, к сожалению, соляной не жив. Блин, а у тебя можно что-то забрать? Это не солевой стоп, это мистер Шадоу какой-то. А где же наш босс? А, во. Под бочками лежит.
Понятно, разрывы 5,7 и STM 62. Нам нужно искать МКшечку, хоть какую-то, хоть галимую. Пацаны, напишите в комментах, чего ждете вы от нового обновления и что бы хотели, чтобы разрабы добавили. Пинг 20-ка. Кстати, напиши, с каким пингом играешь ты. И 20-ка пинг это норм, но я думаю, что 20-ка это самый идеальный пинг. Хотя не всегда там написано 20, но на самом деле пинг может быть гораздо выше. Не всегда совпадает с тем, что написано. Сейчас забежим в радиацию, потом нам нужно еще ж танчик вальнуть. Найти бы пушечку какую-то пободрее, чем медоед. Да хотя медоед тоже норм. Пулемет это имба, даже на ржавых патронах в штурме он делает, нагнетает панику на полшестерок такую, что они сами сливаются. Надо просто выстрелить из него. Можно даже не попадать по ним, они будут и так откисать. Ё-моё, сколько разрывов. Найс. Каточка обещает быть имбовенькой. Ой-ой-ой, как будто знали, что у меня пулемет. Ты шо, ты шо? А танк пробьет, интересно, этот щит или нет с первого выстрела? Сейчас пойдем проверять, ребят. Разрушать мифы. Так, а как все это дело у нас выглядит на пулемете? А ну, а ну. Ну, прикольно. Я просто практически не играл, когда добавили этот бронещит, с ним я не бегал. Хорошо, пластины нет. Чел, лутается точно так же, как первый. А ну, а ну, а ну, медоедик, не подведи. Он куцанный был. Да ты что, тут пару патронов залетело. Он был коцанный, и то в голову ни разу не попал. Красненький, дай нам пластину. Пожи, пожи, пожи. Пожи, пожи, пожи. Ну, блин, тут только лут. К сожалению, пацаны. А что мы будем делать? Сделаем какой-то складикс. Ой, в принципе, можно было бы уже ничего не выносить, так как конец сезона. Но я хочу потом сделать крутой open case, ребята. Я думаю, что вы меня поддержите. Сейчас я сделаю какой-то мини-складик. Буду выносить все это дело с радиацией. Кучу шлака насобирал в начале. Наушники, наверное, я зря скинул. Так бы таланты можно было прокачать. Блин. Ну давайте сделаем мини-склад, потом вернемся сюда назад. Оружейка еще закрыта. Это отлично. Блин, броня, конечно, коцаная подчистую. А где же мы сделаем складик? 9-я минута у нас. Ну, я думаю, что навряд ли сюда кто-то зайдет. Давайте быстренько прочекаем. Может, на той стороне кто-то себе сделал мини-складик. Может, нет. И вернемся и на входе прям сделаем склад. Если кому-то повезет, заберет его и пойдет. Хотя, особо тут лутать и нечего. Так. На входе прям. Дефолтный склад. А хотя, погоди, у меня же пластины, да? У меня пластины нет. Блин. Тогда вот здесь прям. Так, и я сразу, ребят, пошел на вторую ходку. Все, я, в принципе, вынес абсолютно все самое топовое, что было, ребят. Выход у нас. Ого, ж где выход. Нам еще танчик нужно попытаться развалить. Закрыть танк, забрать лут с него. Пихарь взял, потому что он подороже стоит. Броню там скинул. Можно было по-другому залутаться, наверное. Но я думаю, что я залутался по-оптимальному. 300 секунд остается. Но это такое... Ё-моё, оружейки закрыты, пацаны. Но жадность фраера, вы знаете. Поэтому нужно уходить. На ракетах не залутано, ё-моё! Блин, и приходится уходить. Я слишком долго переносил этот лут. Надо было не переносить его. Ё-моё, вот это я лоханулся. Если б я знал, что ракеты не лутаны. Ну, вот в этом и кайф режима штурм, потому что ты никогда не знаешь, как начнется и чем закончится каточка. Блин. Блин. Обидно. Ну, типа, всегда обидно уходить, не проверив кейсы, и начинаешь себе накручивать. А вдруг там была груда? А вдруг там был слиток? Вдруг там еще что-то было? А по факту... Ну, такое... 190 сек. Пацаны, я не знаю, мы, может, и не успеем вальнуть танк. 402 патрона, по идее, должно хватить. Посмотрим. У меня еще и планшет на зарядке так нагрелся. Напиши в комментах, у тебя греется или нет. Когда на зарядке. Если вообще играешь на зарядке.
У меня, по идее, сейчас где-то 58%. О, напиши в комментах, сколько процентов на момент просмотра видоса у тебя. Я думаю, у каждого, кто сейчас смотрит видос... А где танк? Да блин, он не с этой стороны, что ли? Ё-моё, так я ж слышал вроде здесь. Теперь мы 100% успеем его вольнуть. Ладно, погнали, может он там. Я думаю, что все, кто смотрит видос с телефона, либо же с планшета, у всех красная батарея и у всех менее 20%. На телеке это понятно, что по максимуму. А вот на таких мобильных устройствах у всех всегда батареи красные. Мне кажется. Кейсич, блин. Что там было, я хз. Вот еще кейсич. Я не знаю, но не имеет смысла файтиться с танком, потому что в любом случае, мне кажется, я потом к выходу не успею, пацаны. А где он? А вон и он! Застаканный! 100 секунд, не успеем мы его забрать. Ну, давай попытаемся, чисто для контента. Давай попытаемся. Похер, даже если зона меня убьет. Посмотрим. А что с него упадет? А что с него упадет? Мешки и... груда. Да, по идее, патронов хватит. Сзади броньку ему сбить. Он же не должен вот здесь, да? Или... Я понял. Только об этом подумал. Он же не закроет меня. Да, танчик имба. Ну, ребятки, я думаю, что эта каточка должна получиться получше, чем прошлая. Потому что всегда, когда первый блин комом, следующий идет нормально. Я не знаю, слышно вам или нет, но в этот момент, когда я записываю эту каточку, естественно, сосед сверху решил что-то посверлить. Подрелить. Короче, звук ужаснейший идет. Ну, я надеюсь, что микрофон тащит и вам этого не слышно, друзья. Так, забежим на босса. У нас 60 на 30. МК-дрестовка. Херня. И второй шлемак, первый броник. Есть босс? О, крякнутый. Это имба. А за лута не. Что у нас здесь? UBZ-шечка отремонтированная. Кинжал. Понял. М24 улучшенная. И шлемак четвертый. Здесь? Блин, разрывы есть. Может взять М24? И поиграться с это? Не, нам будет торба. Вот такой М24. Она никого не снесет. А вот то, что снесут нас, это факт. Это 100% факт. Ой-ой-ой-ой, за это огромное спасибо. Ё-моё, МКшечка. Чиназес. Сюда прицельчик скрутим сразу. Вот это уже имбулька. Я же говорю, что каточка обещает быть мега крутой. Целая МКшечка. Вот это оно. Ты шо, в штурме? То, что доктор прописал. Томпсон улучшенный. Тогда МК-дрестовка сорямбыч. Мы будем шпилить с МК-шечкой целой и Томпсоном улучшенным. А ты что, настроение сразу поднялось? Это ж можно теперь бежать и кушать любую шестерочку. Найс. Четвертая бронька, четвертый шлемачок. О, во, я же говорю, что здесь кто-то файтил. Вижу. А, это Турмич. Блин, ну сорян, чтоб ты мне катку не запорол. Ну ты что, МКшка, это МКшка. МКшка в любом случае, это МКшка. Я не знаю, какую пушку разрабы могут добавить. Хотя петух может поконкурировать. Петух и МГ-3-шечка. Но опять-таки, 99,9% игроков в штурме, в метро Рояле играют с МКшками. Поэтому, если ты новичок, то обязательно бери МКшку. Здесь отдача не такая, как в классике. Кейсов до хера, но это Биба и Боба. И возможно, что вот это около машины. Только кейс игрока. Ну да. Так, хлопцы, девчата. Я не знаю, на какую мне дверь бежать. И что мне делать. И 19-я минута. Ну, типы по-любому должны еще быть. Хотя дверь Эй уже открыта. Возможно, никого и не будет, блин. Псину закрыли. Это где? Это на главке, да? На лестнице? Это здесь? А, вижу, вижу, вижу. Лутает или стоит, пикает? Не, он, скорее всего, лутал.
понял. Я думал, что он не знал, что я здесь. А как не взорвало? Блин, обидно. Он меня моликом прокоцал, я его хаешкой не хаешнул. Ну-ну. Это шестерка, как думаешь, или не шестерка? Я думаю, что не. Я думаю, штурмовичок. Нам нужно побежать, скинуть радиацию, хлопцы, девчата, и потом возвращаться назад, чтобы файтиться с ним. Он где-то здесь топал, в упоре. Да ладно, а он кого закрыл? А ты кого закрыл? А-а-а! Вот это я лоханулся. Подожди меня, брат. Да, убежал. Ага, я понял. Да ёлки-палки. У него-то пластина, походу, есть. Давай подлутаем того типа, которого он закрыл. Слушай, возможно, там есть пластина. Почему бы и да? А ну, а ну, а ну. А, не, он галечка закрыл, к сожалению. Вижу, вижу, вижу его. Пестики, тычинку вот здесь, прям справа. Куда ты, Макси? Макс. Аптечечку он не подлутал, не подлутал. А мы подлутаем. Слушай, думал, на Радке никого не будет. Уже двоих типов встретил на Радке. Капец. Встретить бы еще шестерочку. О-о-о. Так, с пластиной. Бес! Да ну ладно! Шо ж так не прет? Не, ну почему не прет? Прет, МК-шку получил и еще иную. Хотя бы так. Так. Нам нужно сделать вот таким вот образом все, ребятки. То скинуть, то закинуть. И... Радиация практически уже ушла. Сейчас пойдем. Может, кто-то еще остался в Радке. А вдруг? Вот здесь очень крутая точка из-за того, что прям все видно. И этот кейс, и это... Опа! А он меня спалил, да? Или не? Я думаю, что уже точно спалил. А сейчас мы его сожжем. Горишь, не? Да, сгорел полностью! Ё-моё! А-а-а, как лоханулся! А где? Ого, сюда добежал и сгорел. Как так? Йоу, не мог захилиться. А вот теперь мы, походу, пацаны, с пластиночкой. И шестой бронечек. А-а-а, сюда! Четвертый рюкзачок. Имба! Вот это я доволен максимально. Так, я надеюсь, вы тоже, потому что этот контент снимаю специально, ребятки, для вас. Бомба, бомба. Я ж проверял, да, эти кейсы? Ну да, это Биба Боба и там тип был. Неплохо, пацаны. Неплохо, троих типов встретили в Радке уже. Хорош, еще и броньку сталик отжали. Вот шлемачок бы еще забрать, стой. Была бы вообще топ-ситуация. Так. 259 патриков, нормально. Ой-ой-ой, радиация не трещит, и это не может не радовать. И картинка чистая, ничего не мешает на экране. Я думаю, что на самом деле, друзья, мы фиг уже кого встретим. Дверь A открыта. В Радке уже ловить нечего. Можно, в принципе, было бы смело бежать на выход, но можно чекнуть еще и босса, жив ли или не жив. Мне кажется, что здесь письмо вряд ли упадет. Пацаны, я даже не знаю, чему я только что обрадовался больше, я офигел. От выстрела или от письма? Я только что дважды прозрел. Быстренько поменяю графу, потому что такой тайминг. И выстрел, и думаю, о, круто. И письмо круто. Еще и МКшка, шестерка может быть. Ё-моё. А ну, а ну, а ну. Иди же ты сюда. Да ладно. Капец. Бежим. Ну, зато он теперь знает, где я. Можно так сказать, на стрелы дал. У него явно МКшка посильнее будет, чем у меня.
наклончики, приседи, ничего себе. Я думал, сейчас по-быстрому заберу, а сейчас меня еще заберут. Да ну, ничего себе, АМРочка. Ты шо, пацаны, мы попали против киберспорта. Ты шо? А ну еще раз, покажи подписчикам киберспорт. Покажи, как нужно играть. Смотрите, прыгает. Ё-моё, у меня раскидов уже нет. А у него, возможно, есть сейчас, как прилетит хаешка. Хотел сказать, что я да выделаюсь, но я ж не выделаюсь, я просто сижу на месте. Это он там выделается что-то. Ого, опять. АМРка, да? Что он хочет сделать, что он хочет этим показать, я не знаю. Да ну ты шо. Пацаны, мне нужно вот так до талого, походу, целить правый угол. И он, видишь, предсказуемый сильно. Он побежал направо, пострелял, прыгнул, с АМРки вальнул. Смотри, вообще мистер непредсказуемость. Где оно? Налево, и сейчас пойдет опять направо. Мне можно просто зацелить, но я боюсь... Я боюсь, пацаны, что он мог хаешку дать. Погнали его запушим. Да ну! Ой, а что ж такое? АМКшка-вышка? А как ты прыгал? Вот так? Да ты шо? Вот так? Калса. Токсик. А где же тут... Еще из МКшки вышки не смог перестрелять и слил кучу лута штурмовику. Ё-моё, чел, если ты это видишь, если ты смотришь это видео, то знай, ты реально крутой. Потому что не каждый сможет так штурмовичку слиться с целой МКшкой. Не каждый. Причем, имея такую позицию, штурмовичок тебя еще и запушил. Ты был с МКшкой вышкой, ё-моё. Да ну ты шо, по луту теперь порядок. Жаль, шлемака, конечно, нет. Был бы шлем еще, я был бы уже фулл 6. Вот это поднял настроение мне. Ты шо? Так, надо скинуть еще один питочек. Вот я надеюсь, разрабы добавят нам систему какую-то другую в сейф закидывания. Ё-моё, вот это показал киберспорт. Чел, тебе от меня персональный лайк. Огромное спасибо за то, что сделал видос. Мне кажется, что как раз таки видео на нем будет построено. Даже танк меня сумел развалить, а ты не сумел. Так, хлопцы, девчата, я думаю, что после этого можно, в принципе, смело тулить на выход. И что больше, мы явно никого не встретим и ничего круче мы не залутаем. А ну, оружейечку чекнем. Вдруг письмо еще одно. У меня уже 2 письма имеется. Да. Ребятки, нужно всегда верить в себя. Вот какой бы пушкой вы ни были, против кого бы вы ни стрелялись, если вы в себя не верите, то сольетесь 100%. Если верите в себя, то все, естественно, получится. Тут еще не залутано. По Шурику лутаюсь, пацаны, и тулю на выход, потому что нужно мне и самому уходить, и вообще делать на карте нечего. Мне кажется, ну, видосик имба. Мне зашел, понравилось снимать такой контент. Так. Вроде все сейчас. Еще чекну здесь. Ага, это собака у нас. Пацаны. Тут еще не залутано, ё-моё, ну что ж такое? Я думал, уже порежу видео и побегу. Планшетик заберем. Найс. Ну, босс точно не жив, потому что не топает. А кейс? Кейс залутан. Имба. Так, ребятки, все, я уже точно втулил на выход. Встречаемся с вами непосредственно на выход. Добегаю, ребят, к выходу. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Жду вас на трансляции. Повторюсь, стрим запланирован уже с кастомками на пятницу. Так что можете сейчас залетать, прожимать лайк, нажать на кнопочку «Напомнить». Всем огромное спасибо за просмотр. Увидимся с вами в новом сезоне. Всем пока.